Добрый день, меня зовут Лосинок Евгений, директор сети туристических агентств Viking Touristic. Мы сейчас находимся с вами в Турции, в регионе Белек, и будем инспектировать отель Armas Белек. Ресепшн небольшой. Стандарт 26-36. Фэмили у нас еще не готово. Вместо фэмили мы просто заселяем два стандарта. Представитель отеля. Дверь. Коннекшн, да. Кабинет фитнес. Спа. Парикмахерская. Тренажерный зал здесь. Здесь склад. Тренажерный зал. Большой, закрытый, окон тут нету, только сверху вот маленькие такие. Территория состоит из двухэтажных бунгал. Вот эта дорога к морю. Водные горки. Большие. Напротив бассейна находится главный ресторан. Вот он. Здесь вот находятся стандарт номера вокруг. Разные это балконы. Да? Да, это стандарт. Что? Французский, с выходом на улицу, балкон. И вот третий вид, это обычный классический. Вопрос вам или оператору? 2408, тип номера стандарт. Покрытие ламинат. Одна большая кровать. Две. Одна маленькая, раскладное кресло. Плазменный телевизор. Душевая кабина. Раковина одна. Фен. На первом этаже в номерах покрытие плитка. Балкон узенький. Может сказать, что это французский балкон с видом на море и аквапарк. Сейчас ходим на пляж, посмотрим, какой здесь пляж. Пляжи здесь хорошие. Отель семейный, здесь отдыхают в семье. Единственный минус, вот здесь вот проходит дискотека до 2 часов ночи. Номера, которые находятся рядом, здесь шумно. Поэтому сразу же думайте и просите, чтобы вас здесь не заселяли. Вот он пляж. На пляже есть бар. Шезлонги, есть крыша, которая закрывает от солнца. Здесь у нас песок. Немножко есть камушков насыпано. Полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лосинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Viking Touristic. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.